Глава Самары Елена Лапушкина сообщает в своем телеграм-канале, что поручила главам районов провести инвентаризацию детских площадок во дворах города. Сейчас каникулы, дети проводят максимум времени на улице. Качели, карусели, горки должны соответствовать всем стандартам безопасности, отмечает Елена Лапушкина. Если какие-то аттракционы не соответствуют этому, глава города просит сообщать. ВКонтакте открыты комментарии и личные сообщения всех глав районов. Сегодня неравнодушные жители города уже поделились в сетях фотографиями, где люди находятся на 15-метровой высоте неработающих американских горок в Самарском парке Дружбы. Глава города пообещала проверить информацию, будут направлены обращения в полицию и Ростехнадзор. Независимо от того, кому принадлежат объекты, они не должны представлять угрозу жизни и безопасности самарцев и гостей города, пишет мэр Самары. В пятницу 24 июня в Самаре состоится очередное распределение свободных мест в детских садах города. Об этом сообщает телеграм-канал администрации «Вести с Дворянской». Как обычно, процедура пройдет в автоматизированном режиме. Для успешного проведения родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений нужно обратиться в МФЦ для внесения в заявление изменений. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, что в детском лагере «Волжский Артек» состоялось закрытие первой смены. Отдыхавшие в этот период ребята очень сдружились между собой. За время отдыха в лагере они стали одной дружной семьей. Закрытие лагерной смены сопровождалось концертными номерами, зажигательными танцами, веселыми играми и конкурсами. Вожатые старались, чтобы летний отдых запомнился воспитанникам. В ведомстве уверены, что отдых в лагере «Волжский Артек» для детей был ярким, полезным и веселым.